Здравствуйте! Сегодня в избушках печем пирожки из слоеного теста с картошкой. Вначале приготовим начинку. Для этого отварим 3-4 крупные картофелины в подсоленной воде, воду сольем, картошку разомнем. Добавим немножко воды, в которой варилась картошка. И 30-40 грамм сливочного масла. На сковороде разогреваем 3 столовые ложки растительного масла, закладываем 2 луковицы, нарезанных мелкими кубиками, присаливаем и добавляем 30-40 грамм сливочного масла. Обжариваем до золотистого цвета. Выкладываем содержимое сковородки в подготовленное пюре. Тщательно перемешиваем. При необходимости досаливаем. Начинка готова. Раскатаем кусок слоеного теста толщиной 2-3 мм. Другие рецепты нашей кухни вы можете посмотреть на нашем сайте videokulinaria.rf. Круглой выемкой диаметром 10 сантиметров вырезаем кружочки. На середину каждого кружочка кладем приблизительно 2 чайные ложки начинки и лепим пирожки в форме пельменей. Готовые пирожки выкладываем на противень. Смазываем поверхность пирожков взбитым яйцом. Посыпаем семечками, семенами кунжута. Выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 200-220 градусов 20 минут. Пирожки готовы! Приятного аппетита!